В бельгийском городе Спа застрелен 38-летний офицер дорожной полиции. Инцидент произошел около 2 часов ночи. В полицейского выстрелили из автомашины, когда он его напарника остановили ее водителя для проверки документов. Кроме самого водителя, в салоне авто находились еще 2 пассажира. Расстреляв полицейского, преступники скрылись. На месте происшествия был вызван вертолет, но, к сожалению, спасти стража порядка не удалось. Как сообщают местные СМИ, один из подозреваемых в убийстве офицера уже задержан. Это гражданин Нидерландов 1982 года рождения, который тяжело ранен. Ведется поиск сообщников задержанного. Соболезнования родным погибшего полицейского выразила в Твиттер глава МВД Бельгии Ян Джамбон. Драма в СПА. Все мои мысли с родными и близкими полицейского. Все коллеги из местной полиции могут рассчитывать на нашу поддержку.